мы возвращаемся на родину. Вот это моя школа. Это сестра Гита. А это брат Мохан. Он приехал из Замкерики. Не Замкерики, а из Америки. И кажется, что ничего не изменилось. Я ждал такую девушку, как ты. Ты же мигрант. Индиец без гражданства. Только со временем приходит понимание, что изменился ты сам. А сам ты кто такой? Шахрук Хан. Из какой ты касты? А какая разница? Мы ведь не в каменном веке. Им не суждено учиться, не судьба. Это дикость. Но здесь такие порядки. Почему мне кажется, что вам всем нравится жить в такой вот темноте? Лишь встретив единомышленников. Интересно, что он придумал? Ты способен помочь измениться другим. Электричество. Возвращение на родину. 6 апреля в 8 утра. Кажется, мы сдвинули этот камень. На ЗИ-ТВ «Россия».